Привет всем, друзья! Сегодня я опять в пути, опять сижу в гольфе и направляюсь куда-то прокатиться. Как всегда, друзья, как всегда, не сидится дома. Сегодня мой путь — это Рахинау Андер Ракс. Рахинау Андер Ракс — одно из самых красивых мест, где в свое время отдыхали здесь Габсбурги, где здесь находится вилла Сиси. И, конечно, красивейшие места, которые стоит увидеть, стоит посетить. Я отъехал от Вены, сейчас точно скажу, сколько от Вены это находится. Я отъехал от Вены 90 километров. Ну, это почти 100 километров от Вены, но это того стоит. Я, правда, заезжал еще в городок Вена-Нойштадт. И вот, посмотрите, какая красота. Все очень красиво, все так, ну, просто потрясающе выглядит. И я сейчас проезжаю населенный пункт, который называется Глогниц. И дальше следующий мой населенный пункт — это Рахинау. Через 7 километров я уже буду в Рахинау. Какие домики, Альпы. Вот едешь и действительно наслаждаешься красотой Австрии. Вот именно в Альпах, это самая настоящая Австрия. Ого, как впереди красиво. Здесь уже закончился населенный пункт Глогниц. Мы направляемся дальше и направляемся в Рахинау. С недавнего времени это стал мой любимый населенный пункт вот в районе Семеринга, потому что здесь настолько красивая природа. Посмотрите сами, как здесь красиво. Вот ты едешь, наслаждаешься этой красотой, отдыхаешь, кайфуешь. Все в одном, друзья, все в одном. Очень красиво. При этом дорога хорошая, я бы сказал, отличная, идеальная. И сейчас, когда я проезжал, видел пару кабриолетиков. Вот на кабриолете здесь покататься — это, наверное, как-то по-особенному интересно, красиво. Потому что у тебя нету крыши, тебе ничего не мешает твоему обзору. И ты едешь как на улице и наблюдаешь за этой красотой. Вау, круто. Вот я уже в Рахинау приехал, остановился возле Биллы. Посмотрите, друзья, какая красота. Посмотрите, какая везде красота. Вот эти домики, блин, ну просто супер. Вот ты идешь, смотришь на эту красоту и не веришь своим глазам, что позади вот такие высокие Альпы. Ты живешь вот в этом городке, в этом маленьком городке, а вокруг тебя окружают Альпы. Высокие, древние, с огромной историей Альпы. А я сейчас пойду в Биллу, возьму что-то перекусить и направлюсь дальше. Пойдемте со мной. Ну что, я был сейчас в Билле, купил себе салат. Выбор небольшой в плане того, что я сейчас стараюсь быть без углеводов и хочу найти какое-то очень классное место, чтобы перекусить, отдохнуть, полежать, поспать, вот как-то так. Поэтому сейчас я буду направляться в Альпы, и где-то в Альпах я присяду и уже покажу, что я купил. А впереди вот такие вот, это Денис, а впереди вот такие вот скалы, красивая река с правой стороны, красивый старый мост. Вау, 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 какая красота. И, ну, мы сейчас направимся прямо, конечно, потому что с правой стороны мы уже как-то с вами были. Я вам даже видео там снимал и показывал виллу Сиси. Или заехать? Ну, давайте заедем, сделаем круг. К вилле мы не поедем, сделаем только круг. Я вам покажу, как здесь красиво, потому что это тоже стоит посмотреть. Возможно, даже здесь где-то можно присесть. Мне надо лавочка, надо столик, официант. Смотрите, какая красота. Вау, блин, ё-моё. Какая красота, какая красота. Помню, здесь с правой стороны я покупал мороженое, покупал булочки. Да, красиво, очень красиво. Все старинное, все древнее. Красота.
Так, ладно, здесь, наверное, я все-таки ничего не найду. Надо разворачиваться и ехать обратно. А здесь еще парковочка справа, то есть с левой стороны парковка. Мы заезжаем на парковочку. И здесь идеальное место, чтобы мне поесть. Так я здесь и поем, друзья. Просто супер. Мой оператор уже очень рад, что ему не придется идти в Альпы. Да? 4 километра вверх. 4 километра вверх. Поэтому, друзья, здесь мы будем устраивать пикник. Выключаем. С этой стороны церковь, альпийские лужайки. Вау, как красиво здесь. Смотрите. Та-дам! Сейчас я все покажу, что я купил. Смотрите, какой я взял салат. Вот салат стоил 3 евро 50 центов. Здесь вам и курочка, здесь и орехи, здесь и паприка. Вот такие вот одноразовые можно взять в Билли вилочки, ложечки, ножик. Потом для оператора мы взяли сладкую булочку. Дальше мы взяли такие вот сурими джамбо гарнелин форм. Вот такие. Ну, это на самом деле, это, конечно, мясо, кого там у нас мясо? Краба, не краба, каких-то креветок, не креветок. Ну, выглядит очень вкусно, и это стоит всего лишь 3 евро. Я хочу сейчас это все порезать и бросить тупо в салат. Не знаю, будет вкусно или нет. И потом мы еще... еще вот напиток какой-то, манго. Ну и печенюшки. Все. Сейчас мы это все будем открывать, пробовать. Здесь есть такая штука, которая открывает. О, посмотрите, как это выглядит. Посмотрите. У меня уже текут слюнки. Ну что, друзья, будем пробовать вот эти огромные-огромные креветки. Типа креветок. На самом деле это просто мясо с креветки. Вкусно? Хорошо сидим. Хорошо сидим. Так, салатик. Надо как-то перемешать немножко. Салат за 3,50. Неплохо. Здесь и курочка, здесь паприка, здесь вот такие вот орешки. Сейчас мы попробуем, насколько они вкусные. Настоящие орехи. Грецкий орех. Классно. Ну что, мы сейчас посидим с оператором, покайфуем и дальше направимся в Альпы. Возможно, там я еще что-то покажу интересное. Вот с той стороны находится вилла Сиси. Если через мостик пройти, там уже находится вилла Сиси. Здесь бесплатная парковка, то есть здесь можно припарковаться и просто прогуляться к вилле Сиси. Но она закрыта, то есть там сейчас нет никакого посещения, и возможно там живут люди даже. Поэтому после того, как мы сейчас поедим, отдохнем, мы поедем в красивые места, поедем в Альпы, и я вам что-то еще интересное покажу. Я уже поел, подкрепился, набрался много сил. И вот хожу здесь рядом, машина там вот припаркована. И смотрю, что здесь есть поблизости. И как вы видите, я вам это уже показывал. Здесь находится вилла Сиси, вилла Рудольфа и Сиси. Здесь есть для велосипедистов маршруты. Здесь есть для пешеходов маршруты. Все расписано очень круто. И здесь проходит знаменитый трубопровод. То есть первый трубопровод, который в свое время провел с этих мест Вену сам император Франц Йозеф, друзья. И почему такая чистая, идеально чистая вода в кране в Вене? Потому что эта водичка идет с этих мест, вот с этих Альп, которые позади меня. Представляете? Вот такая вот красота. Здесь можно гулять, отдыхать, наслаждаться, но я хочу еще направиться дальше, в другое место, где я уже тоже как-то был, и постоять там на мосту, и снять красивые, красивые панорамные для вас видео, потому что там мост, там река, вокруг Альпы, и очень красивый густой лес. И мы сейчас туда тоже направимся. Если здесь прямо проехать,
Вот там будет как раз вилла Сиси и Рудольфа. То есть сюда они приезжали, здесь они отдыхали и здесь они наслаждались жизнью. Сейчас у меня есть такая, друзья, возможность отдыхать там, где когда-то отдыхали императоры. И это очень классно. Здесь все расписано, как всегда, как это положено у австрийцев. Вот я сейчас здесь нахожусь. И здесь есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Здесь есть 12 маршрутов. С этой точки 12 маршрутов, где ты можешь пройти пешком. И каждый маршрут имеет свою длину, свою высоту и продолжительность. Вот, например, Кайзерштайг, да, поднятие императора, так называется, 4,5 километра длина, час 15 длится, и поднимаешься на 140 метров еще немножко выше. Здесь также есть, вот, если посмотреть, маршруты, карты, все расписано, всякая информация, это все бесплатно можно взять, накрывается от дождя в таком боксе, и накрывается, чтобы дождь его не намочил. И вот этот весь маршрут, друзья, можно ходить каждый день, и каждый день выбирать себе новый маршрут. Если какой-то трудный маршрут, значит здесь вот такая дамская женская туфелька перечеркнута, означает, что здесь надо хорошую обувь иметь. А остальные маршруты, наверное, даже можно пройтись после венского бала. Вот как-то так. Повторюсь, что я нахожусь сейчас в населенном пункте, который называется Райхенау ан дер Ракс. Райхенау ан дер Ракс, как по мне, это, наверное, один из самых красивых городков, который находится вокруг Вены. И сюда я очень-очень охотно приезжаю погулять. Вот вы видите, я припарковался здесь. Здесь бесплатная парковочка. Дальше церквушка. Здесь бесплатная парковка. Ты можешь здесь припарковать автомобиль и на целый день уйти вот в эти Альпы. На целый день уйти в Альпы, гулять, отдыхать. Все расписано, нигде не потеряешься. Все маршруты расписаны. Взял с собой водички, взял с собой что-то поесть, и ты уже там. Ну что, друзья, я направляюсь дальше, потому что впереди много всего интересного, и я вам покажу еще классные места. Только вылез из автомобиля, и вот такой альпийский свежий воздух. Настолько свежий воздух. Посмотрите, какая красота позади меня. Посмотрите, как красиво, друзья. Вот такие места, всего лишь 100 километров от Вены. И очень красиво. Я здесь, когда проезжаю, я всегда здесь останавливаюсь, потому что здесь открывается очень красивый вид на реку, на Альпы. Сейчас это все покажу. Чистейшая вода. Ну и, конечно, вот там уже, слышите? Звук горной реки. Смотрите, там кто-то даже загорает. Ау реки. Гуляют девки, гуляют пацаны. Смотрите, какая красота. Вот заради чего я сюда приехал. Какая чистая вода. Это что-то с чем-то. Вот это да. Как здесь красиво, друзья.
как здесь красиво. Просто природа Австрии, она поражает настолько, что потом тяжело путешествовать после Австрии. Потому что трудно потом удивляться каким-то красивым местам, если ты живешь в такой стране, где вот такая вот красота. Чистейшая альпийская река, холодная. Мы сейчас направимся вот в эту сторону. Посмотрите, у кого-то какие крутые чопперы стоят. Какие красивые мотоциклы Харли Дэвидсоны. Вау. Круто, круто. Ребята из Бадена. А я сейчас направлюсь вот сюда. И смотрите, что здесь еще. Вот, вот она красота, друзья. Ах, да. Я даже не знаю, у меня нету слов. Как здесь красиво. Как здесь все красиво выглядит. Ладно. Направимся вот туда, где малыши уже босиком гуляют по реке. Посмотрите, что здесь происходит. Народ загорает, отдыхает. Я сейчас обязательно туда хочу спуститься. Круто, круто, круто. Вау. Вот сюда надо приезжать на природу. И именно здесь нужно устраивать пикник. Я думаю, это будет идеальная идея, идеальное решение. Взять, купить что-то, например, в Билли, взять с собой плед и приехать вот сюда и просто сделать пикничок на берегу горной альпийской реки. Мы сейчас спустимся, посмотрим, как оно здесь. Здесь тоже разные маршруты. Везде маршруты, везде можно гулять. Какая красивая скала. Какая красивая скала и какой свежий воздух. Такой свежий, немножко холодный воздух. Вау. Да уж. Какой чистый воздух. Так, ну что, я сейчас буду спускаться вниз. Буду спускаться вниз. Да, здесь классно. Даже есть песок. Такой, как бы, песок. Но вода, наверное, настолько холодная. Красота. Ху-ху. Вода ледяная. Вода просто ледяная. Да. Покупаться не получится. Но зато какой красивый вид. Какой красивый вид здесь. А вот какая красивая скала, которая поросла травой, мхом, такими соснами даже. Очень круто. Но горная река очень быстрая, да. Быстрая она. И очень холодная. Как там впереди красиво, да? Супер. Хочется просто отдохнуть и посидеть молча, без слов. Потому что здесь такое какое-то место, которое несет с собой такую позитивную энергию. И вот здесь не нужно никаких слов. Просто посидеть, устроить пикник. И я очень хочу в ближайшее время сюда приехать и здесь устроить пикничок. Я думаю, это будет идеально. Найти классное местечко, возможно, даже вот там подальше. Вот там, да, наверху. И сидеть, и наслаждаться этой красотой.
мелкая река, вот мы видим мелкая река, она вот идет с Альп, стекает с Альп, ударяясь об скалы, там немножко поглубже, и отсюда уже дальше идет дальше. И я смотрю, что люди даже пьют с этой реки, вот мужчина с девушкой, с девочкой, да, они с этой реки пили. То есть это питьевая вода, друзья, и можно пить водичку и наслаждаться красотой, красотой Австрии. У нас 90% это питьевая вода в озерах, в реках, 90% всех озер и рек это питьевая вода. Поэтому если очень жарко и нету питьевой воды, вот с такой реки можно пить водичку. Место, конечно, просто какое-то магическое. Я отсюда не хочу, друзья, уходить, потому что здесь, ну, очень классно. Очень классно. На следующий раз надо брать с собой все-таки плед, брать с собой поесть что-то. То есть не там сидеть, в Рахинау, где я был, хотя там тоже очень красиво, а приезжать сюда и здесь устраивать пикник. Потому что здесь, ну, самые красивые кулисы, которые я только видел, мне кажется, в Австрии. Именно здесь очень-очень красиво сделать пикничок. Ну ладно, я буду направляться. Вода холодненькая вообще, ледяная вода. Красивые чистые камешки. Буду направляться дальше. Но вот это место, друзья, стоит увидеть каждому, потому что здесь очень красиво. Посмотрите, какой я еще нашел маршрут. Вау! Вот это да! Вот такой красивый старый мост. Деревянный мост. Вот эта река. Я был сейчас вот там, в той стороне. Как красиво. И народ идет далеко-далеко-далеко гулять. Вот там. Это, друзья, словами не передать. Вот эту красоту нужно увидеть своими глазами. Только тогда вы поймете, насколько красивая Австрия. На видео оно не передаст так. И дальше есть маршрут. Ты можешь дальше пойти направиться. Посмотрите. Дальше есть маршрут. Конечно, здесь нужно выделить целый день. Целый день, чтобы гулять. Брать удобную обувь. Хотя у меня эта обувь тоже удобная. Но здесь можно гулять, гулять и гулять. Вау! Как красиво здесь. Интересно, куда ведет эта тропа. Гуляю, отдыхаю, наслаждаюсь летом. И, конечно, лето – это самое лучшее время года. Самое лучшее время года – это лето, потому что ты тогда на природе, на свежем воздухе. И, конечно, здесь просто нужно гулять и дышать, 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 дышать. Брать очень много с собой позитивной энергии, свежего воздуха. И потом с новыми силами уже направляться в Вену. Я сейчас немножко еще прогуляюсь, отдохну. И потом буду направляться через австрийские села уже в сторону Вены. Без автобана. Постараюсь поехать без автобана. Ну, снимать я, наверное, уже не буду. Поэтому на этом месте, друзья, я вам говорю всего хорошего. Приезжайте в Австрию, как только откроются границы, заказывайте у меня экскурсию, я каждого из вас могу сюда привезти в эти места. И увидимся очень скоро. С вами был Денис Кухта, гид и блогер Вене по Австрии. Пока!